Йоу-йоу-йоу, всем привет, канал Базука. Опа, лошади все помешали мне, да? Ну, всем привет, это канал Базука. Еще раз говорю, что мы продолжаем играть в Assassin's Creed Valhalla. Вчера, или позавчера, не помню когда, но, в общем, недавно вышло обновление. Обновление вышло. И у нас после этого обновления появились новые задания. Задания называются... Речные набеги. В набег на реки. Поговорить с Эдис в казармах поселения, чтобы нанять себе помощника Йомсинга. Это набеги. Набеги, я так понимаю, появились на речках. Либо какие-то, может быть, новые речки появились. И теперь мы можем совершать новые набеги. Получая и материалы, и какие-то, может быть, предметы инвентаря, снаряжение. Вот, а еще у нас теперь в нашем поселении появились новые способности, и я так понял, еще какие-то новые здания, что ли, мы сможем строить. Ну да бог с ними. Нам сейчас это не особо интересно, мы сейчас просто проходим игру, поэтому для дополнительных заданий мы потом когда-нибудь к ним вернемся. Вот. А сейчас нам нужно вернуться к Гедрику. В прошлом задании мы здесь, значит, освободили его людей. Так, ну до конца мы здесь тут не исследовали, поэтому давайте сейчас вернемся быстренько туда, все доисследуем, да, соберем вот там вот какой-то предмет снаряжения, а потом тогда двинемся по заданию. Как я говорил раньше, что хочу, думаю, задумываю сделать стрим по этой игре, чтобы как можно было больше пройти и потратить больше времени, а нежели вот так вот серийно выпускать. Эй, что? Воу. Вот, но пока у меня нету времени на это вообще, поэтому... А чё он такой жесткий-то? Поэтому сейчас мы пока будем... Пока будем проходить так, выпускать серийно это все дело. Да ну нафиг. Да ну вы чё, блин, такие жесткие-то. Да завали ты его уже, а. Хорош. Есть. Долго, очень долго раскочегаривает он свою булаву. Но зато вот эта камбушечка, она, конечно, вообще безупречная. Так, лечиться нам больше нечем. Нет никого. Помощничков нам никого нету тут. Так, еще минус один. Где-то там еще был лучник. Еще минус один. Записка предусмотрена: сбойной леди Идви наверняка отберут у нас все, что найдут, поэтому ценности пришлось перенести в наш тайник. Да, ценности из тайника мы уже все забрали, насколько я помню. По-моему, нам здесь ничего не осталось, кроме как здесь собрать. Ага, тут нужно взорвать стенку. Так, нужно искать, чем взорвать эту стенку. И здесь у нас... Получается, закрыто вообще. Так, а еще что-то здесь лежит. Тоже не собрали. А здесь-то у нас что такое? Не понял. А, здесь просто через верх пролезть, да? Давайте пролезем.
Да, ну здесь всякие припасы, на особо так. Кожа да металл на прокачку пойдет. Так, надо сейчас как-то быстренько тут все это дело забрать, на самом деле. И пойти уже по заданию, потому что задерживаться здесь очень как-то не хочется. Так, в первую очередь решить вопрос. Тут закрыто. Не прострельнуть. Так, нужно найти, где у нас взрывчатое есть что-нибудь. Чем взорвать-то нам? Стрелы подобрать. Грибочки. Еще грибочки, это хорошо. Так, а чем же взорвать-то? Чем взорвать-то? Взорвать-то нечем. Еще грибочки, это хорошо. Ну, где-то должно неподалеку быть. В любом случае, надо искать. Может, где-то здесь. А что я торможу? У меня же теперь есть способность. Пробивная стрела. Я не помню, по-моему. Ну, это не она. Это не эта способность. Что-то я не помню, какая все-таки способность. Пробивная стрела-то, а? Может быть, это? Да, точно. Хорошо, хорошо. Забираем. Так, одежда магистра. Получено сокровища. И сразу сейчас глянем, что это за одежда магистра, что она дает. Одежда магистра. О, это, кстати, тоже относится к ворону. Броня 24. Кстати, броня-то побольше будет. 21, 14, 23. Установочная мощность 21. Установочная слабость 21. Вес. Так, здесь, значит, что дает? Урон в ближнем бою возрастает по ночам. Дополнительное увеличение урона в дальнем бою. Ну, ладно, мы пока останемся в своем, пока качаем его. Так, здесь еще что-то можем забрать. Это хорошо. И, соответственно, у нас осталось только одно место, куда мы не можем попасть. А почему мы не можем попасть? А потому что неизвестно, как туда попасть. А, все, все известно. Я нашел вход. Вход нашли. Не проблема. Хорошо. Вообще, в принципе, довольно-таки быстро справились. Все собрали. Долго не думали. Сейчас Сюнин у нас тут быстренько глянет. Вроде бы все, да. Вроде бы все здесь, все собрали. Сейчас еще по карте проверю на всякий случай. Да, все у нас здесь собрано. А, нам нужно теперь сюда еще сходить за вот этим снаряжением. А, стрелы у нас есть. Делаем быстрое перемещение, не будем терять времени. И еще сейчас одно снаряжение получим. Может быть, это какое-то будет оружие, а? Хотелось бы, чтобы это было оружие.
Так, ну это опять нанять кого-то можно. Не, нам это не нужно. Та-та-ра-та-ра-та. Людей едва не осталось. Ядрик постарался. Да, еще надо найти там нам какую-то эту вялку, пялку, ковырялку. Тут еще тоже не все собрано. В деревне, насколько я помню. Мы что-то тут пропустили. У нас здесь татуировочка вот на крыше. И вот здесь вот еще какой-то предметец есть. А в остальном мы, по-моему, все собрали. А, еще под водой что-то там он лежит. Но это все предметы для прокачки кожи да металл, скорее всего. А, и в большом доме у нас вот еще что-то лежит. Мы тоже туда должны сходить. Хорошо, сейчас быстренько все подособираем здесь. Вот нам не хватало стрел для того, чтобы спустить лестницу сюда. Да в смысле? Залезай. Так, во-первых, тут что-то можно. Добыча. Я думаю, здесь что-то можно прочитать. Нет, больше ничего нет. Забираем. Наручи магистра. Ага, о, у нас теперь еще два сета. Ой, две вещи из одного и того же сета. В принципе, можем сейчас надеть, посмотреть просто даже, вот просто глянуть. Просто глянуть, как это выглядит. Допустим, это одеть и наручи одеть. Наручи магистра. Ну, вот так выглядит это. В принципе, на самом деле разницы особо не вижу. Ну, давайте побегаем магистром. А мощь у нас как стала? 88 также, как и было. Урон в ближнем бою возрастает по ночам. Хорошо, сейчас как раз будет скоро ночь, наверное, да? У нас урон в бою возрастет. Дверь заперта на засов. Дверь заперта на засов. А мы, по-моему, пытались тут как-то проникнуть-то, нет? Или не пытались? Или это было не здесь? Так, здесь, по-моему, просто нужно... Блин, а что не видно-то ни хрена? Ну-ка, давай-ка другой лук возьмем. Где у нас лук? Лук. Здесь вот этот лук. Да. С ним-то проще. Да. Не всегда тот лук удобен. Когда прицеливаешься от первого лица, не всегда можно попасть. Но этот лук у нас самый мощный получается. И на первый раз он, конечно, самый лучший считается. Так, забираем. Все, уходим отсюда. Осталось нам получить предмет внутри длинного дома. И собрать... татуировку. Припасов у нее было в достатке. Вы славно потрудились. Письмо от капитана леди Идин. Мы взяли в плен повстанцев Тен, поймать по пути в Оксенфорд. Приступим к суду и казни, как ты приказал, за Оксенфордшир. А это мы уже всех спасли там. Не надо нам тут говорить, кого вы взяли, кого вы не взяли.
Угу. Так, все, я нашел, как туда попасть. Нужно... Ну, блин, вот туда вот можешь перейти, да-да. Ага, хорошо. Залезаем. Припасы. Отлично. Так, заберемся еще наверх, заберем. Заберем татуировочку. Куда ты лезешь-то? Наверх, наверх, наверх. Да, подобрали. Получен набросок татуировки. Отлично, отлично. Набросок символ Спеки. Ага, и еще получили опыта за это. Ну все, теперь можно идти по заданию. Может, еды собрать? А, это слиться с окружением. Нам бы еды подобрать. Так, ну что тут у вас? Масло, стрелы для спрингалда, фураж. Берем все ценное, остальное сжечь. Гедрик. Эйвор, Тены выжили? К несчастью, спасти удалось не всех. Достойные люди. Клянусь, Сидвин поплатится за каждую смерть. А вы с братом, поддержите ли вы меня? А чё не поддержать-то? Если ты обещаешь нам союз... Твою прямоту, Гедрик. Я с тобой, как и мой брат. Идвин уютно устроилась в своем замке. Она собирает там людей и припасы, будь она проклята! А где твой брат и его странный друг? Продолжают искать ту женщину, Фулке. Брат уверен, что она поможет нам покончить с Идвин. Но я не понимаю, как... Делай, что должно, Эйвор. Когда придет время битвы, мои люди будут готовы. Я двинусь к замку Кинебелли, поведу Фирт на приступ. Идвин защищают крепкие стены. Может, я могу как-то ослабить ее хватку вшире? Или заставить беспокоиться? А, дельная мысль. Можешь избавить нас от ее подпевал, если встретишь. И так защитить Фирт от раздоров. Мы отбили часть припасов. Если найдешь еще, просто уничтожь их. Это легко. Как будете готовы, приходи в лагерь у замка Кинебелли. Ага, понятно. Так, вот Фулки они искать пошли. А я думал, я буду Фулки искать. Оказывается, они пошли. Хотя, помню, был разговор, что я должен был искать. Так, два очка навыков. Давайте-ка прокачаемся. Навыки, навыки, навыки. Вот, вот, новые навыки появились. Соответственно, вот эти новые навыки, по-моему, добавились с обновлением. В начале каждого боя у вас есть заполненная ячейка адреналина. Скольжение ассасина. Да, это вот новые навыки, это вот то, что добавили. Теперь скользить можно и сталкивать врага в скольжении. Давайте посмотрим, что еще за навыки были добавлены. Щиты наготове. А, это теперь... А когда плывешь на дракаре, поднимаешь щит, поднимает и вся твоя бригада. Поиск стрел. О, вот это вообще нужная вещь. Просто супер нужная вещь. Так, а как вот это качнуть, а? А, мы можем это сейчас сразу освоить. Давай освоим. Теперь с лучников будут стрелы падать. Щиты наготове, но такое себе особо не нужно. Так, здесь что? Ускорение дракара. О, кстати, можно сделать тоже, чтобы дракар быстрее плыл. Так, и хватка ассасина. Держите R1, чтобы автоматически подхватить тело после успешной внезапной атаки.
Ну, кстати, как вариант, прокачая ускорение дракаром. И мощь у нас стала уже 90. Соответственно, что? Соответственно, мы можем пойти по заданию, которое нам давала вялка или как и прялка, шпалка, которая у нас в деревне. Она давала нам задание, чтобы мы могли куда-то там попасть, что-то там где-то разведать, какие-то таинстве, в каком-то таинстве побыть. Не понял. Так, найдите Сигурда и поговорите с ним. Он же ждет в Линфорде у восточной границы Оксенфордшира, на северном берегу реки Great Ways. Где это? Слушайте, я даже не вижу задания для этого. Так, он ждет Лин. Так, восточной границы Оксенфордшира. Блин, тут надо, короче, разведывать эту всю территорию. И вот особенно нам нужно взять эту точку синхронизации. Люнден. Линфорде. Я не вижу точки задания, реально не вижу. Куда идти-то нам? Не нашел я. Давайте тогда сходим, разведаем точку, потому что даже вот на компасе, в принципе, задание не показывается. Наверное, нам нужно действительно вот эту вот где-то вот разведать, чтобы у нас открылась территория, может быть, где-то что-то появится. Поэтому нам надо сюда. Сейчас возьму лошадь. Лена, поехали. О, у нас где-то тут еще что-то можно было собрать. Вот там, надо сейчас взять это пока здесь рядышком. Поскакали, блин, что так медленно-то? Давай быстрее, скакун, плотва. А ну пошла, плотва, блин. Затягиваешь весь процесс игры. Уже 23 минуты прошло от записи, а мы нифига даже не сделали. Все только собирательством занимаемся. О, малая руна щита взяли. Нормально. Не зря тут занырнул. Скакун. Выводи меня отсюда. Погнали. Нам вообще вон в ту сторону ехать. Помчали пока по берегу тогда. Мало-помало, слабче хватку Винвин в Оксенфордшире. А что это значит, мало-помало, слабьте хватку? Тут, наверное, нужно еще какие-нибудь набеги совершать, чтобы ослабить. А что, подожди, а почему у меня так? А, ну тут расхождение на два задания. Чтобы помешать ей, уничтожьте ее припасы, нападайте на ее воинов и защищайте Фирт. Ага. Нет, ну давайте мы уже решили, что сейчас доедем сначала, там решим, какое задание будем выполнять. Сначала разведать территорию нужно. Кабаны тут бегают.
Надо лошадь как-то прокачать. Что-то у нее слишком мало слабоватый силёнок. Или купить новую лошадь какую-нибудь. А то что-то она слишком быстро сдыхает. Чуть пробежишься и все. Нам на эту башню надо. Еще постараемся на лошади как можно выше подняться. Не хочешь, что ли? Ну все, ладно, иди тогда лесом. Без тебя добегу. Тут кто-то есть в этой башне. Стрела. Это хорошо. Это кто летает? А, это светлячок был. Куда он летел? Это вот видели, тот, что пролетел такой маленький? Это вот был светлячок, которых можно ловить. А мы его упустили. Можно ловить, выпускать в озеро, и там они будут в озере в деревне летать. Вон он летит, летит, летит. Вот только что вот здесь летел. Куда делся? Хочу одного поймать. Вот он. Оп, собрали одного. Есть светлячок. Отлично. Первый светлячок есть у нас. Готов. Не знаю, кто это был, но мы его что-то очень быстро завалили, да? Так, непонятная записка. 473 дня никто не знает в этих стенах. Дурни идут с рынка пьяные, с богатством тени, топор наготове, легкая добыча, радость в моих глазах. Стоят, как оглушенный скот. Режу их, беру богатство, набью брюхо едой. Отлично, очень умный текст. Так, тут можно еду взять. Это хорошо, конечно, что мы сюда пробрались. А как нам наверх-то забраться? В смысле? Покажи мне. Угу. Да вот тут вход-то был вообще вниз.
Ёлы-палы, ладно, сейчас тогда разведаем. Так, хорошо. Разведали. Что не точка, то везде, блин, какие-то загадки, секреты. Как туда пройти, как сюда пройти? Ой. Что ж такое-то? Ударились. Заметка в дневнике. Фулки доверил мне крайне интересную реликвию. Камень, на который выиграны слова на странном таинственном языке. Я постилась и молилась, пыталась познать их смысл, но так и не смог. Это вот этот чел? Это ты постилась и молилась, так и не смог познать? Интересное кино. Блин, еще что-то внизу где-то. Как туда еще ниже попасть? Читать письмо об отлучении. Да будет известно всем, что священник Оксенфорда, именуемый Полом, с этого дня и навеки отлучен от церкви за распространение тлетворной ереси и богохульства, и да будет ему отказано в прощении до конца его дней. Какой-то отшельник здесь жил. И не дожил. Так, это сейчас мы взорвем. Была это бочонок красный был для взрыва. Конечно, все хорошо, но мы там в этой башне реально не все обыскали. Не стоит привлекать внимание. А, тут и не попасть никак. Слушай. Покажи мне все. А как же сюда туда попасть-то? Может, тут пещера какая-то есть? Не, не вижу пещеру. Интересное кино. А, так вот же пещера, точно. Все ясно. Будто проход. Опал. Это чтобы отодвинуть. Я понял. Но в самой башне-то вот тоже не все собрано.
Получен римский артефакт. Отлично. Так, смотрим. Задание. Путь, путь в аббатство святого Альбана. Так надо в аббатство по это попасть. Ой, извиняюсь, тут срочный был звоночек, короче, так, но, ага, значит, нам нужно в аббатство в это попасть. Я там уже был в этом аббатстве, на самом деле. Так. Ну что, тогда гоним в аббатство, да и все. Правда, вот жалко, что мы там... Мне кажется, не до конца в башне что-то нашли, какие-то записи были еще. Птичку зажалко. Вот тут вот какие-то есть прыжки. Ага, ну это я туда же попал. Тебе показывало, что-то там внизу было, да? Вот здесь что-то такое, как будто лежит. Ладно, фиг с ним. Погнали дальше. Тогда нам в аббатство надо. Хорошо, что мы там все зачистили в этом аббатстве. Сейчас не надо ничего будет защищать. Если там, я помню, какую-то дверь, по-моему, не открыли. Ой, кто это нападает? Кто нападает-то? Вперед! Возьмем языческую тварь! Ну-ка, она, попробуй мою булаву. Если я махну. Норм? Походу, норм. Записки о мести. А что за записки о мести? Где посмотреть можно записки о мести? Так, это, наверное, в сумке. Посмотреть. Записки о мести. Читать. Записка о мести, Терстер. Сожалею, но твой отважный брат пал от руки Данов. Отомсти за него, сын мой. А, ну понятно. Кто-то убил его брата, а он захотел отомстить. Ну, пришлось его убить. Что видишь, Сюнин? Здесь надо ключ от двери искать. Записка жене от мужа. Квенбург. На всякий случай напоминаю, что ты вынул из моих штанов ключ, прежде чем стирать их. Мне уже надоело каждый раз искать его в грязи. Шлю любовь и благодарение. Так, где белье сушат?
По идее, где-то здесь. Значит, в грязи надо искать. Где-то в грязи ключ надо искать, да? Вы тут не видели ключ? Или хотя бы где белье сушат? Вот тоже, да, задание? Вот. Найди то, не знаю чё. И как вот я должен туда проникнуть? То есть я должен найти ключ. А где они стирают тут белье? Наверное, скорее всего, у реки. Может быть. А речка-то у нас где? Сюнин, разведай местность. А может, вон там, вон. Чотан Хиллс. Поищем. А зачем ты спускаешься? Нам нужно туда, наоборот, попасть. По веревке не хочешь бежать, да? На этих местах лежит проклятие. Найдите, уничтожьте его источник. Это мы уже такое видели. Надо искать просто источник и уничтожить, да, его. Это здесь источник. Так, мы сегодня до задания, я так чувствую, не добежим до этого. Аббатство, постоянно какая-то фигня встречается нам. Расправь крылья, Сюнин. Да, Сюнин-то нифига не видит. Все было легко. Так, я что-то не помню, как его уничтожить. Угу. Проклятый символ уничтожен. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, здесь какой-то ключ надо искать. Здесь еще какая-то тайна, да? Кстати, можно пойти сделать эту тайну.
Все равно мы уже по заданию уже сегодня не успеем реально ничего сделать. Не сможем ничего посмотреть. Добежать-то добежим. А вот что-то сделать по заданию, скорее всего, не успеем. Поэтому давайте сделаем тогда еще какую-нибудь тайну. Опять такая серия получилась, что просто бегаем, собираем что-то. А по заданию мы вообще не продвигаемся. Ну что поделать. Ничего не попишешь. Аномалия. Давай изучим. Опа, нафиги. Угу. Нашла еще одну аномалию. Мы их так называем. И еще один пакет данных. Брать его? Если он такой же, как прошлый, то брать, конечно. Так, сейчас быстренько сбегаем, возьмем тут что надо. Вот, наверное, загадки, секреты, тайны, разгадки. Да. В итоге нужно... А, чуть-чуть подвинуть надо. Все, загорелся там. Так, я понял. Так, нужно как-то так выставить. Наверное, до конца нужно сюда поставить. И выставить вот этот так, чтобы он нам стрелял. Вон на тот кубик. Он, блин, не стреляет на тот кубик-то. Блин, а что за хрень? А как его так выставить-то? Подожди, а крутить-то я могу? Не, не могу. А, то есть вот так, да? Я понял. Так, значит, нам нужно теперь вот этот выставить так, чтобы он... Есть. Есть контакт. Теперь обратно ту подвинуть.
Да что ж ты возьми-то ее? Все хорош. Слышите эти голоса? О чем ты? С нашей стороны все тихо. Вот черт. Я возле второго пакета. Готова? Готова. Данные у меня. Отправляю. Опа-на, какие-то там аномальные картинки пошли. Все, аномалия пройдена. Отлично. Картинка восстановилась. Аномалия анимуса завершено. Акведук. Еще одна тайна решена. Акведук уже, по-моему, в Одиссее акведук был. В Ориджин был акведук. Везде акведуки эти. Так, нам получается до аббатства рукой подать. Вот, да, у нас там вот одна точка не найдена. И вот тут еще точка есть. Кстати, может доскакать? Ну что, погнали нахрен! Хорош, вот это был нормальный прыжок. Высоко. Так, сейчас еще раз зачистим вот эту белую точку, там территория. Если успеем. Успеем, наверное. По времени у нас там что? Ага. Ну, еще есть тут 7-6 минут есть. Я думаю, сможем зачистить. Хотя, смотря что здесь. Что-то внизу. А, блин, у нас нету этого. У нас способностей нет. Ёлы-палы, растопалы. Хорош, появилась способность. Просто ни одного убийства не хватало чисто. О, а здесь еще одна маска. Отлично, артефакт еще один нашли. Слушай, ну мы прям сегодня молодцы. И два артефакта нашли, столько всего загадок разгадали там туда-сюда. Пятое, десятое. И дошли до аббатства все-таки в итоге. Если узнаю, пощады не жди. Да, тут надо аккуратненько. Аббатство святого Альбана. Так, ну что, мы в принципе до аббатства добрались. Нам здесь надо Сигурда искать как-то. А вон ключ, кстати, какой-то появился где? Где-то внизу. Покажи, что там впереди.
Это внизу появился ключ какой-то. А где? Так, ну здесь надо разгадывать все. Наверное, надо охрану всю перебить. Давайте тогда здесь присядем. Так, все, тихо. Дай попрощаться со всеми. Ну, короче, вот так вот, чтобы все было не очень так тихо, шумно, но мы прощаемся. Я говорю вам всем пока. Но при этом вы обещаете, что вы подпишетесь на канал. Если смотрели это видео, обещаете поставить лайк. А с меня будет еще один крутой видос по Assassin's Creed Valhalla. Всем спасибо за внимание, всем пока.